Всем привет, с вами корреспондент интернет-издания Мегабайт. Сегодня мы находимся на Geek Picnic 2016. Этот фестиваль проходит уже в пятый раз. На прошлой неделе он прошел в Москве, сегодня он проходит в Петербурге. И действительно радует масштаб, то, что ты приходишь, и тебе хочется попробовать подойти к каждому стенду, каждую лекцию послушать. Don't you think that it's boring how people talk? Наша идея была выставить сюда вот эту большую машину. Она называется Mad Max от компании Взаперти. Здесь проходят квесты в реальности. Вы можете попробовать себя на логику, ум, соображение и всякие такие штуки. Там ребенок ездит лучше меня.